случившееся, конечно, просто не укладывается в голове. По сути, и в этот раз причина в пресловутой человеческом факторе, элементарной безалаберности. Да, в этот раз, слава богу, все стали живы, никто не погиб. Оперативно, надо сказать, были проведены спасательные работы. А хорошо сработал и кубанский штаб медиков, муниципальные власти, Сочи, Новороссийска. Все пострадавшие получили необходимую врачебную и психологическую помощь. Часть детей из Волгоградской области совсем скоро окажутся дома. Остальные пока будут под наблюдением наших медиков. Конечно, по каждому случаю будут проведены жесткие проверки. По их итогам мы примем соответствующее решение. По факту нарушения правил перевозки детей уже возбуждено уголовное дело. Никто из виновных не уйдет от ответственности. Также мы поставили задачу краевому управлению ГИБДД ужесточить контроль за пассажирскими перевозками, проверить все договора на перевозку детей, которые были заключены с кубанскими здравницами и образовательными учреждениями. Результаты проверки будут тщательно проанализированы, и при наличии нарушений будем ставить вопрос об их отзыве, лицензии и дисциплинарной ответственности руководителей.